Так, всем привет. Вроде бы я в эфире. Все должно работать, и мы с вами сегодня начнем говорить о том, как истории великих женщин помогут вам учиться. Не только изучать английский или любой другой иностранный язык. Сегодня у нас с вами не будет ничего, что связано только с английским. Мы будем говорить про учебу вообще, про изучение языков вообще и про то, как истории помогают нам учиться веселее, эффективнее и, главное, регулярнее. А давайте, прежде чем мы начнем, вы мне напишите, что меня видно и слышно, все в порядке и работает. Вам видно мой мотивационный плакат на стене, на котором написано «Мечтай». И вам меня хорошо слышно. И я немного расскажу, если у меня сейчас не упадет штатив. Все, отлично. Поставьте мне, пожалуйста, какие-нибудь сердечки, плюсики, смайлики, мордочки, все что угодно, все, что вам нравится, все, что у вас в вашем наборе смайликов под рукой, чтобы я знала, что мы с вами ВКонтакте. Давайте еще сразу договоримся, что сегодня я вам буду рассказывать, но мне еще очень хочется, чтобы вы тоже участвовали в этом эфире и задавали свои вопросы про учебу, про изучение языков, про истории великих женщин, про вообще все, что угодно, что вам может помочь, про работу мозга, памяти, наших когнитивных функций, все, что угодно, что вас интересует для того, чтобы сделать свою учебу, изучение чего угодно эффективнее. Мне кажется, мы сейчас все учимся, ходим на вебинары, на курсы, повышаем свою квалификацию, развиваемся в разных сферах, поэтому я думаю, что сегодняшний эфир будет актуален всем, кто хочет учиться с удовольствием и делать это эффективно. Поэтому, пожалуйста, пишите свои вопросы, свои комментарии. Я здесь сегодня для вас и хочу поговорить с вами и именно сделать из этого эфира общение. Поэтому обязательно не стесняйтесь, задавайте свои вопросы. Давайте я немножко расскажу о себе, представлюсь. Меня зовут Анастасия Иванова. Я создатель онлайн-школы английского языка по интересным историям, в основном по историям великих женщин. Моя школа называется Use Your English, так же, как и мой блог. Подписывайтесь, кстати, на профиль Use Your English, пишите в директ слово Art, как называется наш марафон, Art Story Trip, и получите классный очень подарок. Мы собрали 7 цитат великих женщин. В этих цитатах есть полезные английские идиомы, а еще есть обои для телефона с этими цитатами и этими женщинами. Так что можно узнать идиомы, узнать цитаты, вдохновиться ими и вот так вот тоже себе сделать такую английскую активность, английское занятие. Почему я рассказываю про великих женщин? Потому что уже несколько лет я пишу курсы и книги. Например, вот одна из моих книг с историями великих женщин, которые я использую для того, чтобы помогать людям учить английский весело и интересно. Книга моя «Use Your Girl Power» устроена так. Здесь есть история, опять же, портрет героини или героинь. И к каждой истории, кроме словарика и аудиоотносителя, есть еще задания, которые вам помогают запомнить разные слова и даже грамматику. И разные мои комментарии, опять же, про учебу и про то, как учиться интересно и эффективно. В общем, уже очень много лет я изучаю истории выдающихся женщин, делаю из них обучающие материалы, делаю из подкастов, книг, статей, книг, всего чего угодно, что связано с великими, выдающимися, интересными женщинами, настоящий обучающий материал. И благодаря чему мои ученицы повышают свой уровень английского, повышают свою самооценку, уверенность в себе, а это очень важно для изучения языков. Если у меня сейчас получится, я включу, не включу, да, почему-то у меня, вот картинка. Я включу нам картинку нашей первой героини. У нас сегодня с вами заявлено 5 историй. Напишите, пожалуйста, мне плюсик, если вы видите картинку с первой героиней. И напишите, может быть, ее имя, если вы знаете эту героиню. Может быть, вы что-то знаете про нее интересное. Смотрю ваши комментарии. А я вам расскажу. Вот смотрите, еще такая есть
портрет вот такой вот этой героини есть еще у меня в книге. А я вам расскажу, почему я выбрала для преподавания английского именно истории. Дело в том, что истории как-то очень хорошо воспринимаются нашим мозгом. Так устроено, мне кажется, судя по тому, что я читала, изучала, мне кажется, все дело в том, что мы с вами очень социальные существа. И нам важно, что происходит вокруг нас с другими людьми, как мы общаемся с этими другими людьми, в каких мы отношениях, какие между нами связи. Поэтому мы очень хорошо реагируем на истории других людей. Ну, даже сейчас можете вспомнить из школы, например, с урока геометрии или географии или чего угодно, мы можем не вспомнить уже какие-то формулы, факты, какие-то задания, но мы обязательно вспомним какую-нибудь смешную историю из школы. Вот я сейчас говорю, а вы наверняка вспоминаете какие-то смешные истории с одноклассниками, хотя это могло быть очень много лет назад. Или какую-то грустную, может быть, трагичную историю, или какую-то историю, которая как-то поменяла ваш взгляд на тот или иной вопрос. В общем, истории, в отличие от школьной программы, мы запоминаем очень надолго и очень глубоко. Поэтому, когда мы учимся, истории, в общем, довольно логичны для того, чтобы запоминать информацию и действительно понимать ее на более глубоком уровне, потому что мы острее на них реагируем, мы острее реагируем на то, где есть эмоции. Если вы учите простой список слов, понятий, грамматики, правила какие-то, которые вообще никак не привязаны ни к какой жизненной истории, вы скорее забудете это все, чем историю. Поэтому, когда вы хотите что-то запомнить надолго и более глубоко, обязательно используйте истории. Так вот, первая наша сегодняшняя история про Одри Хепберн. И сегодня я буду стараться связывать каждую из историй наших великих женщин, наших пяти героинь, с тем, как это влияет на вашу учебу или как это связано вообще с вашей учебой. Да, вижу ваши комментарии, вижу, пишете Одри Хепберн. Конечно, мне кажется, нет таких людей на свете, которые не знают эту прекрасную актрису и активного благотворителя, гуманитарного деятеля. Не только актрисой она была, но еще и очень активное участие принимала в помощи бедным, в помощи детям и так далее. А в общем, очень интересная героиня, действительно, попробуйте изучить ее историю на том иностранном языке, который вас сейчас интересует. Кстати, напишите, пожалуйста, в комментарии, какие языки вы вообще учите, хотели бы учить, почему, может быть, да, потому что язык – это же не только способ общения где-то за границей, но еще и очень классная, во-первых, терапия, очень классное саморазвитие, очень классный способ провести время с собой не только на работе или не только в домашних семейных делах, но еще и найти какое-то время на себя. Вот иностранный язык, изучение иностранного языка как раз может стать таким временем на себя, которого нам часто не хватает между рабочими и домашними делами. Так вот, история Одри Хепберн. Пока вы пишете про то, какие иностранные языки вас интересуют, расскажу. История Одри Хепберн многих наводит на мысль о том, что мы все, в общем-то, имеем право говорить на любом иностранном языке. Очень часто я за свои 16 лет работы преподавателем сталкиваюсь с тем, что у людей есть как будто бы какой-то эмоциональный барьер. И когда они говорят про языковой барьер, очень часто оказывается, что имеют они в виду вовсе не языковой барьер. Язык они знают достаточно, чтобы общаться, но эмоционально они не могут перешагнуть через себя и просто вступить в общение. Напишите плюсики, если вам знакома вообще история языкового барьера, если вы понимаете, о чем я сейчас говорю, когда вот стоишь, и все слова забыл, и дыхание сперло, и коленки дрожат, и живот весь, там все закрутилось, и ужас, и паника, и ладошки все вспотели. И люди называют это языковым барьером, хотя дело здесь вовсе не в языке. Для того, чтобы общаться, может быть достаточно буквально нескольких сотен слов, и я уверена, что у вас есть знакомые, друзья или родственники, которые знают 4,5 слова, но с помощью языка жестов или просто своего общего человеческого обаяния передвигаются по всему миру, общаются, находятся, не теряются нигде в чужих странах и как-то, в общем, путешествуют и спокойно себя чувствуют без языков. Так что дело здесь вовсе не в словах и не в грамматике, а как раз вот в этих эмоциях, в этом вот внутреннем разрешении себе говорить на каком-то языке. Потому что существует некоторое
такое представление, что чтобы говорить на каком-то языке, наверное, надо знать его просто идеально, в совершенстве, все-все-все слова, которые в нем вообще существуют, и всю-всю грамматику, которая в нем вообще существует. Чего, в принципе, конечно же, быть не может. Я думаю, что вы знаете, что в русском языке мы тоже очень часто делаем ошибки, а многие люди не могут запомнить, например, разницу между «тся» и «тся», или как ставить правильно запятые. У меня лично есть моя личная ахиллесова пята – это «не» с прилагательными и с причастиями в русском языке, или двойная «н», которая иногда остается для меня загадкой в моем родном русском языке. Но это нормально, мы все где-то в чем-то можем ошибаться. Это не значит, что я не буду использовать русский язык, потому что я могу неправильно поставить «не» к слову, правильно? Также и в иностранном языке. И история Одри Хепберн как раз интересна тем, что она родилась в семье с большим количеством языков и росла тоже, и прожила, в общем, всю свою жизнь, окруженная очень разными языками. Она училась в Англии, жила в Голландии, в Нидерландах, говорила на нескольких языках, и вы можете найти в YouTube ее интервью, есть такой прям специальный ролик, в котором нарезано несколько интервью Одри на разных языках. Когда я познакомилась с Одри Хепберн в фильме, конечно же, «Завтрак у Тиффани», я была абсолютно уверена, что она американка, потому что фильм американский, книга американская. Я, кстати, сначала прочитала книгу, и книга лучше, чем фильм, как обычно. Но, тем не менее, конечно же, для Одри это знаковая, легендарная роль, и многие знают ее только по ней. И, услышав ее в фильме, я была уверена, что она американка. И только потом я узнала, что она вообще училась и работала в Лондоне, выросла в семье с очень смешанной историей. Там были и поляки, и евреи, и голландцы, и австрийцы, и много-много-много разных языков и семей. Тем не менее, всю свою жизнь она общалась на разных языках, и вы можете услышать, что, например, на английском языке бывают такие моменты, где у нее проскальзывает немножечко такой акцент голландский, возможно. На французском языке тоже, в общем, слышно, что она не носитель, наверное, да. В общем, здесь нет какого-то, в ней нет какого-то стремления к идеалу, а она просто использует эти языки, работает на них, путешествует. Ее награждали, например, во Франции Оскаром моды, как такой икону стиля, ее награждали этим Оскаром. И она тоже произносила речь, и общалась на французском, и встречалась с французами, и с ними разговаривала, и, в общем, ее это совершенно не останавливало. Поэтому первая наша сегодняшняя история про Одри Хепберн и про то, что все языки никому не принадлежат. Нет такого, вот если я хочу, чтобы сегодня вы с нашего эфира унесли одну мысль, пусть это будет она. Никакой язык мира не принадлежит никому лично, и никакому народу, и никакому-то человеку. Языки существуют в мире для того, чтобы любой человек, который хочет на этом языке говорить, мог пойти и говорить на этом языке. Вы мне ставите плюсики и сердечки, спасибо вам за это большое. Пишите, пожалуйста, еще, какой язык вас вообще сейчас интересует. Это очень интересно всегда. Посмотреть, чем сейчас люди занимаются. Английский, китайский, французский, что у вас сейчас вообще, что вам интересно. Или можете рассказать, как у вас с английским. Это я вообще обожаю всегда. Задавайте свои вопросы. Еще раз напоминаю, что сегодня, пожалуйста, задавайте как можно больше вопросов, чтобы у нас с вами получился диалог. Самое интересное – это поговорить с вами и обсудить те темы про языки и про учебу, или, возможно, про великих женщин, которые вас интересуют. Итак, история Одри Хепберн – это история про то, что языки никому не принадлежат. Вы можете говорить на любом языке, пользоваться этим языком и не бояться того, что он вам не родной. Любой язык, который вы считаете своим родным и любимым, пусть считается вашим родным и любимым, и вы его используете. Отлично, английский, турецкий, хочу учить итальянский. Как интересно, спасибо, что делитесь. Интересный выбор, да, такой. Английский, итальянский, турецкий. Всегда мне очень интересно, почему люди выбирают те или иные языки. Рассказывайте, пожалуйста, а мы с вами приступим к истории следующей героини, Агаты Кристи.
Ну, я думаю, просить вас поставить плюсики, если вы знаете, кто такая Агата Кристи, наверное, слишком очевидно. Уверена, что вы знаете Агату Кристи. Вы можете написать, если читали ее книги, можете написать тоже какие-то плюсики. Говорю на русском, казахском, английском, немецком, учу датский. Вот, вам точно надо пойти и найти интервью. У Одри тоже есть один кусочек на датском языке, насколько я помню, на голландском и... на немецком, на французском, на итальянском, на английском, соответственно. В общем, это действительно очень интересно. И эта история пусть вас научит, что вам принадлежат все языки мира, и вы имеете право на них общаться, когда захотите. Ну что, давайте про Агату Кристи. Вижу плюсики тоже ваши. Вижу, что вы знаете эту героиню, и, возможно, вы слышали ее знаменитую цитату о том, что самые интересные истории свои детективные она придумывала, когда мыла посуду. И я вам сейчас расскажу, почему это происходит с научной точки зрения. Потому что эта цитата действительно забавная, она много где разошлась, ее много кто знает, и всем кажется это таким каким-то небольшим забавным фактом. Но вообще это не забавный факт, это абсолютно научно объясняется. Если вас интересует вообще, как работает учеба, очень рекомендую посмотреть такой курс. Он называется Learning How to Learn, то есть учимся учиться. Можно найти его бесплатно на онлайн-платформах, и там очень много информации о том, как устроена наша учеба. И одним из важных пунктов было как раз то в этом курсе, что мы все время, когда учимся, пытаемся сохранить себя в таком сфокусированном состоянии. Вот мы типа занимаемся, учимся. Но очень часто мы забываем про отдых. Нам кажется, ну, если нам надо что-то выучить, то надо прям напрячься очень сильно и без остановки, без перерывов учить. Что происходит в итоге? Когда мы только учим напряженно, сфокусированно, мы потом перенапрягаемся, выгораем и бросаем это дело. И поэтому получается вот эта история, когда учу английский, хожу к репетитору 3 месяца, потом все бросаю на 2 года. Потом опять месяц я упорно занимаюсь, потом опять все бросаю на 2 года. На самом деле наш мозг работает так, что ему нужно и сфокусированное состояние, и отдых, восстановление, когда мы не фокусируемся на какой-то задаче. И самое интересное, что как раз в эти моменты всем гениальным и выдающимся людям и приходят самые классные идеи. Наверняка вы тоже испытывали такое ощущение, когда вы, например, в душе или гуляете, или опять же моете посуду, и тут вдруг как будто что-то щелкает, и вам приходит вот это такое самое гениальное решение, которое никак вам не приходило до этого, сколько бы вы ни старались, сколько бы вы ни пытались придумать, как решить эту проблему, а тут вдруг раз – во время прогулки с собакой приходит ответ, как это сделать. Как раз потому, что наш мозг, в общем, учится всегда. Просто он может это делать в сфокусированном состоянии или в состоянии отдыха и расслабления. Как будто бы те мысли, которые мы начали думать в сфокусированном состоянии, наконец доходят, как будто созревают в том состоянии, когда мы забываем об этом вопросе, перестаем на нем фокусировать свое внимание. Поэтому второй урок, первый урок у нас был. Языки никому не принадлежат. Вы можете говорить на любых языках, изучать любые языки и не чувствовать себя какими-то лишними на этом празднике жизни. Пользуйтесь всеми языками мира. И второй урок. Для того, чтобы хорошо учиться условно, нам нужно обязательно отдыхать, чтобы не было выгорания, чтобы мы не бросали эту учебу, не делали вот этих вот перерывов, когда запишусь на курс по английскому, и прошло 5 лет. Должен быть отдых, потому что наш мозг должен отдыхать. Мы должны давать ему какой-то регулярный отдых, регулярную нагрузку. Регулярный отдых, регулярную нагрузку. Все это должно быть в балансе. И тогда вы как раз будете получать самые классные идеи, инсайты, мысли, решения и так далее, пока моете посуду точно так же, как Агата Кристи. Ставьте, пожалуйста, плюсики, если понятно, о чем я, или пишите вопросы по этой теме. А мы поехали с вами дальше. Переходим к следующей героине. Следующая героиня. Тоже ставьте мне, пожалуйста, сердечки, плюсики, что вам видно. И пишите имя этой героини. Узнали ли вы ее по ее черным волосам и ярким цветам в этих волосах, по ее шикарной моноброви.
По ее красочной одежде, по ее, конечно же, трагичной истории, которую, в общем, художница, которая выполняла портрет для моей книги, показала в этой иллюстрации, мне кажется, очень. Я думаю, вы все ее узнали. Конечно же, это неповторимая, невероятная Фрида Кало. Ага, да, спасибо, пишите тоже плюсики, вижу. От Фриды я хочу вам такой урок сегодня принести. Я думаю, что вы знаете ее историю про то, как она в очень юном возрасте попала в аварию и всю жизнь потом боролась с последствиями этой аварии. У нее были множественные переломы, множественные травмы, и она очень много времени проводила в больнице, теряла несколько раз беременность, детей теряла и не могла родить никак ребенка. Это была большая тоже трагедия в ее жизни. И, в общем, вся ее жизнь была наполнена вот этого преодоления. И даже свою первую выставку она посетила на кровати, потому что врач запретил ей вставать с кровати после очередного лечения. Но она сказала, что она не пропустит свою выставку и приехала туда прямо на машине скорой помощи. Так вот, Фрида сказала, что в конце концов мы все можем вынести гораздо больше, чем предполагаем. И если не говорить о глубоких таких жизненных, эмоциональных, трагичных вещах, а перенаправить эту цитату на учебу, то она, в общем, тоже работает, потому что на самом деле вы всегда можете сделать больше, чем вам кажется. Часто я слышу от учеников, что когда они начинают уже делать какое-то задание, оказывается, что они, в общем, могут его делать, и они могут успеть, или они могут понять, или они могут ответить на какой-то вопрос. Хотя до этого, до того, как они приступили к какому-то заданию, им казалось, что они не смогут с этим справиться. Так вот, Фрида нам говорит, что в конце концов мы все можем вынести гораздо больше, чем предполагали. И я предлагаю вам вспоминать эту ее цитату, когда вам кажется, что вы не справитесь. Потому что по факту, в большинстве случаев, я бы сказала, я слышу от учеников, что все было гораздо проще, чем я думала. Например, когда я рекомендую читать книги в оригинале всегда тоже, слушать песни, подкасты, смотреть фильмы, сериалы на языке оригинала, и люди очень много мне задают вопросов. Обычно про это, я надеюсь, вы тоже мне сегодня зададите много вопросов про это. Но когда я их спрашиваю, а вы уже пробовали это делать, чаще всего слышу ответ «нет». То есть до того, как даже приступить вообще к чтению, мы себе придумываем гораздо больше сложностей, нам кажется, это будет гораздо более трудным, гораздо более непонятным, чем это оказывается по факту. Поэтому всегда, когда вы думаете о том, как бы сделать что-то для своей учебы, вспоминайте слова Фриды, что в конце концов мы все можем вынести гораздо больше, чем нам кажется, и просто приступайте к этому делу. Еще один небольшой лайфхак для эффективной учебы. Попробуйте использовать технику. Просто таймер на телефоне, просто будильник. Ставьте его на 10-15 минут, приступайте к какому-то делу по учебе, к какой-то домашке, заданиям, просмотру вебинара, видеоурока, общению в чате, чему угодно. Ставьте этот таймер и приступайте к делу, не думая ни о чем. Просто вижу цель, да, и иду к ней. И через это время, когда уже таймер прозвенит, пройдут эти 10-15 минут, очень часто оказывается так, что останавливаться вовсе и не хочется, потому что вы уже приступили к делу, и вам хочется продолжать, вам не хочется совсем делать паузу. Хотя до того, как вы приступили, вам, может быть, было очень тяжело, вы это все долго откладывали. Напишите, кстати, про прокрастинацию. Вообще актуально, мы можем прокрастинацию тоже к этой цитате как раз очень логично присоединить, потому что когда мы прокрастинируем, это, по сути, мы предсказываем свою неудачу. Мы думаем о том, как это будет тяжело, долго, но лучше я это отложу на потом. Вот напишите мне, пожалуйста, плюсики, если стоит поговорить про прокрастинацию, потому что очень часто, опять же, когда я говорю со своими учениками, читателями, подписчиками, я понимаю, что проблема в изучении языков вовсе не в языке. Нету там ничего сложного ни в словах, и ни в грамматике. Там все понятно. Но понятно это только тем, кто открывает и смотрит в эту грамматику и в эти слова. Поэтому самое сложное — это не учить язык, а сесть
или, не знаю, лечь или встать, учить язык, да, то есть приступить к активному действию. Вот что сложно. Сам язык не такой сложный. Сложно сесть и делать это регулярно. Вот, вижу, про прокрастинацию очень актуально. Смотрите, прокрастинация в изучении языков часто связана с такой вещью. Человек просто не понимает, что конкретно ему надо делать. Ну вот мы говорим себе, например, хочу учить немецкий. Что это означает? Ничего, вообще непонятно, что это означает. Что такое немецкий? Где он хранится? Какой надо ящик открыть? Что заказать в онлайн-магазине себе для этого немецкого? Да, и начинается поиск учебников, подписка на 45 блогеров про немецкий. А у каждого блогера там же еще воронка продаж, прогрев, боты, чаты и так далее. И мы пока это все изучаем тоже, что-то смотрим, какие-то вебинары, видеоуроки, но на наш немецкий это никак не влияет вообще совсем. Это тоже прокрастинация. Но мы не знаем, а что делать-то вместо этого, вместо фразы «я хочу выучить немецкий», что надо вообще говорить. Здесь на помощь приходит другая моя книга, вот эта вот «Как перестать учить иностранный язык, начать на нем жить». В издательстве «Миф» можно вот такой вот новенький покетбук, она вообще вышла в 2019 году, но сейчас вот такое новое издание они сделали, оно реально шикарное, прям весит 1.5 грамма, очень маленькая, аккуратная такая книжечка, ее можно с собой в отпуск, в дорогу и везде. Я там очень подробно рассказываю как раз про то, как перестать учить иностранный язык и начать на нем жить. Так вот, я предлагаю вам вместо прокрастинации, вместо вот этого размышления «хочу учить иностранный язык» или «буду учить иностранный язык», говорить о какой-то конкретике, то есть брать какую-то фактическую, исчисляемую, очень понятную цель. Когда вы можете сказать, например, в этом году прочитаю 3 книги в оригинале, или в этом месяце посмотрю 2 серии или там 2 сериала на английском языке и выпишу из сериала, не знаю, там 50 слов, да, себе из всего сериала, не из первых 5 минут, а то я же знаю, как люди любят это делать, взять книгу в оригинале и переводить каждое слово и потом бросить на 3-й странице. Вот, когда вы ставите себе конкретную измеряемую цель с дедлайном, что я сделаю это в этом месяце, с конкретикой, что конкретно я сделаю, да, то тогда прокрастинация начинает отступать. Потому что вам понятно, что надо сделать, и остается только пойти и это сделать. К сожалению, нет никакого волшебной палочки, кнопочки, таблеточки, я бы с удовольствием вам ее дала, но ее не существует. В конце концов, вам, конечно, все равно придется, просто используя свою силу воли, пойти и это начать делать. Но если у вас будет четкий план, понятный план того, что конкретно надо делать, то вы тогда сможете продолжить, потому что первый раз на заряде таком «эгегей, сейчас я буду учить французский», первый раз он самый простой как раз. Труднее всего продолжить потом возвращаться к этой задаче. Поэтому придется поставить таймер, например, опять тот же самый, и просто пойти и сделать. Но когда у вас есть четкий план и понимание, к чему вы идете, потому что фраза «хочу выучить английский» – это непонятно, к чему вы идете. А фраза «я в этом месяце посмотрю 2 серии или выучу наизусть 2 песни», на английском, это понятно, к чему вы идете. Вот тогда прокрастинация отступает. Кстати, еще один интересный факт, что наш мозг реагирует на прокрастинацию как на физическую боль. Делали такие исследования, активность мозговой деятельности замеряли и нашли совпадение в одинаковых областях, когда нам физически больно, например, мы ударяемся, или мы прокрастинируем. То есть каждый раз, когда вы прокрастинируете, вспоминайте, что вы делаете себе больно. И вспоминайте о том, как вам хорошо, когда вы наконец-то сделаете это дело и подумаете, как Фрида, мы можем вынести гораздо больше, чем нам кажется. Но потом, когда вы начнете это делать, вам пригодится история нашей следующей героини. Ее тут немножечко вдалеке видно, но я думаю, что вы узнаете ее по остроконечной шляпе волшебницы и по силуэту Хогвартса на заднем плане, конечно же, это Джоан Роулинг, которая произнесла, мне кажется, уже легендарную, ну точно вошедшую в историю речь для выпускников, в которой она рассказывала о своих провалах. А ведь Роулинг не всегда была такая богатая, известная и знаменитая. Когда-то она была совершенно, как она говорит, broke, то есть абсолютно
без денег, и работала, была работающей матерью-одиночкой, которой не было вообще никаких особенных перспектив, не было какого-то жилья, каких-то вообще базовых вещей, но была вот эта история и большая мечта. И она рассказывает в своей речи о том, что я хочу сегодня назвать четвертым уроком. Четвертым? Должно быть четвертым уроком великих женщин, которые должны помочь вам в учебе. Она рассказывает про ошибки, точнее про провалы. И она говорит о том, что вот этот провал, когда она оказалась разведенной матерью-одиночкой, без какой-то перспективной работы, без жилья, без каких-то социальных там связей, контактов, друзей и так далее, на самом деле был подъемом для нее, потому что после этого провала ей уже ничего не было страшно. Она говорит, все самые страшные мечты, самые страшные вообще представления моих родителей, все самые страшные кошмары моих родителей и меня уже сбылись. Все, у меня уже все сломалось. После этого мне уже ничего не страшно. После этого я уже просто шла к своей мечте, и меня уже ничего не останавливало. И она говорит очень интересную фразу, которая актуальна для изучающих языки и для тех, кто учится чему-либо вообще. Она говорит, что есть только один способ никогда не проваливаться. Это английский глагол fail, да, никогда не испытывать неудач, никогда не ошибаться. Это жить так, аккуратно, как будто бы ты вообще и не живешь. Я напоминаю, кстати, что мне в директ напишите, пожалуйста, в профиль Use Your English, напишите слово art, и я вам пришлю такой PDF, очень удобный и красивый, с цитатами наших героинь и полезными фразами, которые вы можете запомнить с помощью этих цитат. Так вот, она говорит о том, что не ошибается и не проваливается только тот, кто живет так аккуратно, что как будто бы не жил почти никогда. И это очень актуально для тех, кто изучает языки или учится вообще, потому что учиться чему-то и не ошибаться, ну просто в принципе невозможно. Поэтому если вы не ошибались в последние пару недель, скорее всего, вы и не говорили на иностранном языке, который вы сейчас учите, не практиковали его действительно. Если вы не сталкивались с какими-то трудностями в этом языке, скорее всего, вы тоже очень мало времени с ним провели. Напишите, пожалуйста, вот сейчас, когда вы последний раз совершали ошибку в разговоре на иностранном языке. Если это было за последний, например, за последний месяц, то я прямо очень за вас рада. Это значит, что вы используете язык, что вы его практикуете. Например, у нас есть такой чат, я тоже его назвала как раз по имени книжки Girl Power Chat, где мы общаемся на английском, тоже читаем, смотрим, слушаем истории великих женщин и просто говорим, можно голосовым сообщением, можно текстовый комментарий написать. И мы это делаем, в общем, каждый день с участницами чата. И, конечно, бывают какие-то ошибки, есть куратор, там преподаватели, носители языка, но без ошибок невозможно, потому что люди учатся, практикуют язык, используют какие-то новые фразы, которые я даю в материалах, и бывают ошибки, это совершенно нормально. Поэтому как раз урок Джоан Роулинг про то, что не ошибается только тот, кто не ничего не делает, да, как в знаменитой в этой фразе. Кто не учится, кто не рискует, кто не пытается делать что-то новое, не практикует что-то новое. Но, к сожалению, в нашей культуре я вижу очень большой страх ошибок. И я недавно была во Франции, 2 недели провела, пыталась там вспомнить свой университетский французский, и я прямо видела, как французы поддерживают меня и мне помогают, когда я что-то забывала или что-то ошибалась, они так радовались, они меня прям так меня подбадривали, поддерживали, я прям чувствовала вот эту от них обратную связь, как им приятно то, что я пытаюсь, пусть с ошибками, но говорить на их языке, пытаться им что-то объяснить, заказать, спросить и так далее. В общем, конечно, мы ошибаемся, когда мы практикуем язык, используем его, мы ошибаемся. Но хотелось бы тогда спросить, кто из нас не ошибается, опять же, когда мы говорим на русском языке. Бывают такие моменты, когда мы оговариваемся, запинаемся, забываем какое-то слово, не можем правильно донести свою мысль. Это случается или делаем какие-то речевые ошибки в произношении, торопимся, устали говорить, не можем правильно сформулировать какое-то слово или какую-то фразу. Так случается, мы живые люди. Но когда мы это делаем на русском языке, мы себя почему-то за это не ругаем.
А вот когда мы это делаем на иностранном языке, все, тут же на нас накидывается синдром самозванца. Расскажите, кстати, интересно, я недавно делала лекцию в компании Faberlic про синдром самозванца. И в зале было 200 человек, и всем прямо было это очень актуально. Расскажите, мы можем сейчас поговорить, тем более учитывая, что мы говорим про великих женщин, а синдром самозванца как раз очень сильно связан с женщинами. Это прямо очень сильно. Ну, дайте мне знать, если вам интересно, и мы продолжим. У нас есть с вами на это время. Если вам это интересно, то мы поговорим и про синдром самозванца. Так вот, когда мы ошибаемся на иностранном языке, то тут сразу же и синдром самозванца, и синдром отличницы, и все, больше я никогда не буду говорить. И как один раз у меня была такая история, когда девушка пришла на курс, позанималась, потом говорит: вы знаете, мне очень понравился ваш курс, прям вообще замечательный курс. Я сейчас, если можно только, вот можно мне его заморозить? Ну, у нас есть такая функция, можно заморозить какой-то курс на какое-то время. Я сейчас пойду выучу всю грамматику, а потом я вернусь на курс. У вас так классно на курсе, я прям, мне очень понравилось. Я только сейчас грамматику выучу. Я говорю: слушайте, а как вы планируете учить грамматику без английского? То есть она где-то у вас хранится отдельно, эта грамматика, вы будете ее где-то доставать из какой-то коробочки, грамматику, как ее можно учить отдельно, без истории, без материала? Ведь грамматика — это и есть история. Когда мы даже говорим: меня зовут Анастасия, это уже грамматика, это и разные части речи, и глаголы, и порядок слов, и так далее, и пунктуация, если мы это пишем. И, в общем, это совершенно невозможно. Поэтому, конечно же, нельзя это все разделять, и нельзя себя ругать, да, за какие-то ошибки, потому что это ни к чему не ведет. Вот вижу, да, вот пишут здесь: ругаем мы на русском, если ошибаемся. Ну, если это вам помогает, да, я просто очень редко видела, когда ругание помогает, потому что когда мы ругаем себя, критикуем себя, ну, представьте, мы берем, делаем себе больно. Хочется нам, чтобы нам было больно? Конечно, нет. Поэтому мы всячески стараемся избегать этих ситуаций, где нам могло бы быть больно. Ну, соответственно, просто бросаем язык и все. Поэтому ругать, конечно, можно, но помогает ли это? Надо посмотреть. Да, про синдром самозванца. Так вот, смотрите, как синдром самозванца. Спасибо, что даете знать, что вам интересно. Пишите, пожалуйста, вопросы, комментарии. В комментарии мне очень хочется, чтобы мы с вами вместе сегодня общались и вместе вели этот эфир, создавали это общение. Так вот, почему синдром самозванца тесно связан с женщинами? Во-первых, его открыли и описали две женщины-психотерапевта, и они занимались, проводили сеансы для, господи, как это звучит, сеансы, как встреча с потусторонним, сессии, да, проводили приемы, сессии для женщин, очень успешных в карьере. Ну, вот такая у них была ниша. Они работали с топ-менеджерами, женщинами, которые занимали управляющие позиции, и было это в 70-е годы. И оказалось, что у женщин, с которыми они работали, есть один очень схожий запрос. Они очень успешны, как бы по общим представлениям, но внутри себя они чувствуют себя самозванками. То есть они реально ходят на работу и думают: боже мой, как вообще мне дали этот офис, эту должность, кто мне вообще доверил управлять этим заводом, что вообще происходит, сейчас люди, наверное, поймут, что я на самом деле самозванка, и меня отсюда выгонят. И они стали замечать вот эти общие, совершенно общие паттерны и высказывания у этих успешных женщин, и как раз и открыли вот этот синдром самозванца. И долгое время он действительно ассоциировался только с женщинами. А знаете еще, какая одна из причин появления синдрома самозванца? Это то, что мы очень сильно отличаемся от тех, кто вокруг нас. Вот представьте, 70-е, любая страна, дело происходило в Америке, но, в общем, любая страна. Много ли было женщин тогда, которые управляли заводами, кроме фильма «Москва слезам не верит»? Конечно же, нет. Женщин на управляющих позициях было тогда еще меньше. Сейчас их мало. И это очень интересно, потому что из школ и университетов выпускается больше девочек, чем мальчиков. И золотыми медалями, со всякими разными красными дипломами больше девочек, чем мальчиков. А вот потом, через несколько лет, почему-то компаниями управляют мальчики, а не девочки. Это тоже очень интересная тема, но совсем для другого разговора. Так вот, конечно же, на управляющих должностях женщин было мало, поэтому женщины все время чувствовали себя, ну, как бы, правда, самозванками. Они приходят в офис,
там 40 мужчин, и она одна, или как другая героиня моей книги, судья, верховного судья Рут Бейдер Гинзбург, у них было, по-моему, 400 человек на курсе, 500 человек было на курсе юристов на юридическом факультете в Гарварде, и из 500 студентов, вот она такая тут, Рут Бейдер Гинзбург, из 500 студентов было 9 женщин. Вот представьте себя в комнате, где 500 человек, и из них 491 мужчина, и вас 9 женщин. Конечно, блин, себя тут почувствуешь самозванцем, потому что все вокруг другие. Очень тяжело нам быть другими, очень тяжело отличаться, потому что мы с эволюционной точки зрения в безопасности находимся в сообществе. Если мы живем в какой-то пещере, и у нас есть там одно копье и один костер на нас, на всех, мы должны держаться группой. Если мы будем тут выступать, носить зеленые волосы или занимать те должности, которые в этой пещере не принято занимать представителям нашего пола, наш мозг будет постоянно в стрессе и в панике, потому что нас, если отсюда выгонят, то мы одни без копья и без костра не проживем. Поэтому с эволюционной точки зрения нам выгоднее сливаться с окружением. А когда вас 500 человек, а только 9 женщин, тут невозможно слиться с окружением совершенно. Так вот, и синдром самозванца тоже получается. Открылся, был открыт благодаря тому, что женщин было мало на управляющих позициях. И они чувствовали себя там лишними на этом празднике жизни. Как мы сюда пришли? Давайте вспомним. Вот, синдром самозванца мешает нам учиться, потому что его основная задача, как я уже сказала, это чтобы мы сливались с окружением. Если ваше окружение ничему не учится, не ходит ни на какие курсы, или даже высмеивает ваше желание туда ходить, а это бывает очень часто, и причем это очень часто бывает как раз с женщинами, когда они приходят вечером за обеденный стол и рассказывают о новом курсе, вебинаре, марафоне или чем-то еще, они могут часто встретить резкую довольно-таки критику от мужа из серии «Куда ты опять пошла?», с ребенком кто будет сидеть, да, и так далее. Поэтому это такая очень острая тема на самом деле. И синдром самозванца нас заставляет сливаться с окружением, но наше окружение не всегда учится. Поэтому, когда мы хотим учиться, кроме самой учебы, нам еще приходится очень часто преодолевать вот эти вот общественные стереотипы или общественные какие-то ситуации, когда, ну, мы фактически работаем во вторую смену, например, работающая женщина делает на несколько часов домашней работы больше, чем работающий мужчина в паре во всех странах, во всех, например, Швеции, Финляндии. В Дании им удалось сократить это количество часов, там разница, допустим, часа там, или полтора часа. В других странах, в большинстве стран, это 4, 5, 8 часов. То есть женщина на 8 часов больше в неделю еще делает по дому дел, чем мужчина. Не 8 часов в неделю, а на 8 часов больше в неделю, чем мужчина, хотя они оба работают. Поэтому, когда такая женщина еще и учиться должна, куда-то впихнуть себе этот курс, вебинар или видеоурок, возникает много проблем. А когда вокруг нее еще и никто не учится, а все спокойно себе работают свою работу, очень тяжело. Синдром самозванца говорит: слушай, посиди-ка, пожалуйста, не высовывайся, пока нас из этой пещеры не выгнали. Это одна из причин, когда мы отличаемся от окружения. Поэтому, если вы хотите эффективно учиться и заниматься любым делом, первое, что вам надо сделать, это найти комьюнити. Как раз вот этот чат, который я придумала для общения на английском, первая его задача – это дать вам среду, где вообще можно общаться. Потому что я такая хожу везде на эфиры и в книжках своих рассказываю: приходите в среду и общайтесь. А где вот просто взять и найти среду? Вот как раз в чате мы разговариваем, общаемся, обсуждаем истории великих женщин, разные жизненные вопросы и так далее. Вот, значит, синдром самозванца мешает нам учиться, с ним надо учиться договариваться, учиться жить, бороться с ним не надо, и это невозможно совершенно, еще ни у кого не получалось. Кстати, мне нравится, что сейчас знаменитые люди очень открыто говорят о своих проблемах, например, о синдроме самозванца, например, Леди Гага уже после получения Оскара говорила, что она иногда встает утром с ощущением, что она просто какой-то ботаник-изгой в средней школе, и ей приходится прям себя за волосы вытаскивать и объяснять ей, что она вообще суперзвезда, у нее Оскар есть. Или Том Хэнкс, например, у которого тоже, кстати, есть Оскар, признавался в одном интервью, что он, независимо от того, до каких высот в своей профессии он уже добрался, все равно иногда он садится и думает: боже мой, что происходит, как я здесь оказался, они сейчас поймут,
поймут, что это все неправда, я самозванец, и меня отсюда выгонят. И, конечно же, он не знает, кто такие эти они, да, которые должны его выгнать, но ощущения не самые приятные. Или Мишель Обама, например, которая выступает уже не первый год перед огромными стадионами, перед огромными залами и пишет книги, которые читают миллионы людей, просто десятки миллионов людей, говорит, что иногда перед тем, как выйти на сцену, она четко слышит голос этого синдрома самозванца, который ей говорит, почему они вообще пришли все нас слушать, если мы сами ничего не знаем. Я ведь сама ничего не знаю, она говорит. Зачем эти люди все пришли меня послушать? Так что это совершенно нормально. Приступы синдрома самозванца случаются с большинством людей и мешают нам учиться, потому что они нас заставляют в себе сомневаться еще до того, как мы приступаем к делу. Приступить к делу и практиковать – это самое главное, как мы уже с вами поняли в каких-то из предыдущих уроков. Поэтому ищите поддерживающее комьюнити. Как только вокруг вас люди начнут учиться, заниматься саморазвитием, говорить с вами на одном вот этом языке саморазвития, вам станет гораздо легче, и ваш синдром самозванца немножечко отступит на время. Кстати, ярче всего синдром самозванца проявляет себя как раз, когда у вас все хорошо. Когда вас, например, повышают на работе, дают какую-то премию, награждают чем-то. То есть, когда вы выходите на какой-то новый уровень, и можно очень четко в своей жизни отследить, что при вот этом повышении уровня синдром самозванца начинает снова вылезать и рассказывать вам о том, что ничего не получится, все очень плохо, и скоро вас выгонят из этой пещеры, потому что узнают, что вы самозванец, и на самом деле притворялись хорошим человеком. Но это жизнь, и ошибки – это тоже часть нашей жизни, и, как говорит нам Джоан Роулинг, без ошибок невозможно жить, если только вы не живете так аккуратно, как будто бы не жили вовсе. Ну и последний на сегодня урок, и потом, я надеюсь, у вас будут какие-то вопросы. И напоминаю еще, что напишите мне в директ слово «арт», и я вам пришлю такую классную очень PDF-ку красивую и набор обоев для телефона с цитатами великих женщин на английском и разбором этих цитат с полезными идиомами и разными всякими вдохновляшками и мотивашками в мой профиль «Use your English», не в общий профиль марафонский. Там я уже не увижу. Ну что, самая загадочная женщина, которую почти никто не знает ни по имени, ни по фотографии, ни по портрету из моей книги «Use Your Girl Power», напишите мне, пожалуйста, плюсики, знаете ли вы ее, или минусики, если вы ее действительно не знаете. Вот так скажу прямо. Про нее история. Ну, кстати, история небольшая про нее. Такая вот раз. И вот тут еще. Вот тут прям совсем немножко получилось почему-то, хотя я ее очень люблю и про все, всем про нее везде рассказываю. Давайте свои плюсики или минусики. Знаете, кто это такая? Что это за женщина? Я, кстати, очень люблю рассказывать о тех, кого не знает, в основном не знают, да, не знает большинство людей. Для меня это очень важно, и у меня много имен в книге женщин, которых, в общем, мало кто знает. Такая есть еще девушка, которую вы тоже, наверное, не знаете. Вот, это очень интересно, мне кажется, узнавать. Вот такая. Потому что мы же все знаем, например, Ольгу Бузову, да? Дай бог ей здоровья, надеюсь, что у нее все в порядке будет всегда, но не в этом дело, а в том, что какой вклад она вносит в нашу жизнь и чему она нас может научить. Наверняка чему-то она тоже может нам преподать множество жизненных уроков. Но кроме Ольги Бузовой или, не знаю, там, Бритни Спирс, да, ну, каких-то таких имен, которые знают все, есть еще сотни, тысячи, десятки тысяч, миллионы женщин, про которых никто не знает, но они тоже могут нас чему-то научить. И одна из этих женщин сегодня у нас Шерил Сэндберг. Шерил Сэндберг была одним из топ-менеджеров такой небольшой компании много лет назад, которая началась в таком задрипанном офисе, в разваленном здании, где они снимали этот маленький-маленький такой старенький офис. Компания называлась Google, и они только начинали, и она тоже очень сильно сомневалась вообще, устраиваться ли туда на работу, потому что компания выглядела очень сомнительно, какой-то Google непонятный. Но она там поработала. После этого ее позвали в еще одну небольшую, начинающую работать компанию, у которой тоже было очень туманное будущее, которая называлась Facebook.
запрещенная в России организация экстремистская, но тогда она об этом еще не знала и согласилась пойти туда работать прямо вместе с Марком Цукербергом. Не то чтобы его правой рукой, а скорее операционным директором, потому что когда я говорю правая рука, я так себе представляю ассистента, которые очень важные люди, очень важные. Я бы, наверное, вообще умерла бы без своего ассистента, но она все-таки была не ассистентом, она была операционным директором, то есть она отвечала за работу приложения, не приложения, ну, социальные сети, за маркетинг, за развитие сети, за то, чтобы сеть распространялась по всему миру. То есть, по сути, она была вторым человеком в компании после Цукерберга. Но, опять же, Марка Цукерберга мы почему-то все знаем, а вот Шерил Сэндберг не знает никто. Сейчас она уже вышла из управления компанией, осталась акционером, но написала великолепную книгу. А, у меня ее нету здесь, она в другой комнате. Великолепную книгу, которую я обожаю так, что даже создала по ней отдельный курс прямо с зумами, где мы читаем эту книгу, обсуждаем с преподавателем. Потому что я считаю, что это книга, которая вообще дает ответы на все вопросы в мире, просто какие, лучше, чем карты Таро. Любой вопрос, который у вас есть, Шерил Сэндберг дала свой ответ в этой книге. Конечно же, это только ее ответ, это не значит, что это истина в последней инстанции, но она действительно, у нее получилось действительно посмотреть на современную жизнь женщины, а вообще я бы сказала не только женщины, вот прям вот со всех сторон, со всех углов и через все возможные призмы. Поэтому, если вы еще не читали эту книгу, я вам страшно завидую, потому что она великолепна. Я вот видите, сколько у меня в моем издании закладочек там. Много-много цветных закладочек, потому что я ее обожаю, планирую перечитать в ближайшее время. Так вот, у Шерил Сэндберг есть много правил, там 12 глав, и я рекомендую вам, опять же, прочитать все. Но мне очень нравятся правила, которые она назвала «sit at the table» – «садитесь за стол». Дело в том, что на одном завтраке, бизнес-завтраке для инвесторов, запрещенной в России социальной сети, она встретилась с этими людьми в красивом офисе, с красивыми вкусными закусками, с большим столом переговоров, и они собирались начинать новый раунд переговоров по развитию запрещенной социальной сети в мире. Дело в том, что с этими инвесторами приехала огромная команда, конечно же, да, это и топ-менеджеры, и операционные директоры и так далее, ну, в общем, такие тоже топы, которые занимаются этим делом. Но разница была в том, что мужчины, зайдя в этот зал, уверенно пошли к закускам и сели за стол. А женщины, хотя они занимали ровно те же самые должности, они не были секретаршами, ассистентками, да, они занимали ровно те же самые должности. Они взяли свою еду и тихонечко уселись в уголочке такой небольшой группкой, и что-то там тихонечко друг другу перешептывались. Так вот, мужчины сидели спокойно за кусками, за большим столом, уверенно и громко разговаривали, знакомились, нетворкали, как сейчас говорят. А женщины сидели тихонько в уголочке и не отсвечивали. И Шерил Сэндберг, в общем, подошла к ним и говорит: слушайте, ребята, девушки дорогие, а вы сюда приехали зачем? Вы тут что делаете-то в уголочке? И говорит им: пожалуйста, садитесь за стол, потому что мы тут все с вами ведем переговоры, и непонятно, что вы делаете вообще в уголочке, тихонечко сидя. И она пишет о том, что это очень распространенная вообще тактика поведения именно для женщин. Тихонечко посидеть в уголочке, не отсвечивать. И дает очень много интересных исследований, очень много интересной статистики. И это опять же про учебу. Потому что когда мы боимся заявить о том, что мы вообще-то хотим учиться, мы вообще-то хотим развиваться, мы вообще-то хотим себе время на наше развитие, на нашу учебу, наше развитие, в общем-то, останавливается. А еще есть вторая смена, о которой мы тоже сегодня говорили. И Шерил Сэндберг опять же пишет о том, почему школы и университеты с золотыми медалями заканчивают девочки, а компаниями через несколько лет управляют мальчики. И пока нет ни одной страны в мире, которая достигла бы равенства в этом смысле, все равно большинство компаний управляются мужчинами. И одна из причин как раз в том, что женщины перестают учиться. Потому что женщины после рабочего дня бегут домой к ребенку, к обеду, к посуде, а мужчины идут в бар с коллегами, с менторами, с начальниками,
учатся там конкретным скиллам или просто общаются и опять же налаживают нетворкинг и потом растут по карьерной лестнице. Мужчины могут уехать на конференцию, чтобы слушать интересные и полезные доклады для своей профессии. Мужчины могут записаться на курс повышения квалификации. Мужчины могут записаться на какие-то семинары, вебинары, действительно на них сходить, потому что ребенка из детского садика заберет жена. Именно поэтому со всеми своими золотыми дипломами, красными и серебряными и так далее, женщины не оказываются на управляющих должностях. Поэтому, если вы хотите учиться и развиваться, нужно садиться за стол, а не сидеть в уголочке, тихонечко там что-то нашептывая друг другу, а садиться за стол и вместе со всеми сидеть, учиться, развиваться и заниматься собой. Тогда вы сможете достичь чего угодно. В общем, это все наши уроки. Давайте я еще раз сейчас напомню, и напомню еще раз про классненький, очень красивый и полезный PDF, который я сама рассматриваю почти каждый день с большой любовью, который можно получить в подарок, написав мне в директ, в мой профиль Use Your English слово art. И я вам его пришлю, там 7 идиом, 7 цитат и 7 обоев для вашего телефона с великими женщинами, которые, надеюсь, будут вас вдохновлять и поддерживать. И давайте повторим наши уроки еще раз. Мы с вами говорили сегодня про то, как истории великих женщин могут помочь нам учиться и развиваться. И Одри Хепберн напоминает нам о том, что языки никому не принадлежат. Вы можете говорить на любом языке мира, не стесняясь и не боясь. Это такой же ваш язык, как и русский или любой другой язык, на котором вы говорите с рождения. Агата Кристи напоминает нам о том, что нельзя все время учиться. Обязательно нужно давать себе время для расслабления. Время, когда вы ни на чем не сфокусированы. Именно тогда будут приходить самые классные идеи, инсайты и решения проблем, которые были не очевидны до этого. Фрида Кало напоминает нам о том, что мы в конце концов можем вынести гораздо больше, чем мы предполагали. Поэтому, если вам какая-то задача в учебе кажется неподъемной, стоит только приступить, и вполне вероятно, она окажется очень даже реальной, и у вас все получится. Джоан Роулинг пишет о том, что невозможно достичь чего бы то ни было, не ошибаясь. А прожить жизнь, не ошибаясь и не проваливаясь, можно только в том случае, если ты жил так аккуратно, как будто и не жил вовсе. И наша последняя героиня, которую вы теперь запомните, я надеюсь, по имени Шерил Сэндберг, предлагает нам всем садиться за стол переговоров, а не сидеть в уголочке, тихонечко не отсвечивая. Я благодарю вас за то, что вы пришли сегодня на мой эфир. Я надеюсь, что вы унесете сегодня для себя что-то важное, если вы найдете время сейчас поделиться, что было самым ценным сегодня в нашем разговоре. Я буду вам очень благодарна. Я подожду еще полсекунды, потому что я знаю, что у меня зависают комментарии. Могу вам показать еще раз книжечку с историями. И если у вас нет вопросов, спасибо вам большое за то, что вы пришли. Да, спасибо, вижу, было интересно. Спасибо. Пишите мне, пожалуйста, в профиль Use Your English слово art. Я пришлю вам классненький PDF, чтобы вам было интересно и весело учить английский. Кажется, все. Попробую сохранить эфир. Удачи мне в этом деле и до свидания.